Так вот он, мы опять в этой легендарной автомобиле. Сегодня он отомстит за многолетнее глумление, многодневное, многомесячное. Ёпль, Саня, подожди! Саня, подожди! Блин, страшно, блин. Блин, она не застрёт. А, ты починил заднюю блокировку, да? Подожди, там колея глубокая. Что ты задумал? Саня. Посмотри, как Фоксы работают. Ну давай. Показывают, как работают Фоксы. У тебя с резервуарами, нет? Ну так Фесту человек, видно, готов. Семьдесят идем. 80. Хорош, Саня, хорош. Тут дорога неровная. Саня. Я еще хочу на фест попасть, Саня. Осторожно. Фоксы неплохо работают. Пилот зверь, блин. Сейчас я его покажу. Блин, если смотреть на него, то не так страшно, конечно. Да, хорошо, не пробивает ничего. Сколько один Фокс стоит? 300 гривен. По 300 баксов? Нет, 250. По 250. Двухдюймовые? Да. Двухдюймовые. Ну да, так и есть. Цена стандартная. Что-то у тебя играет. Выключи звук. Так это еще патрул короткий, ребята. Это над которым УАЗик глумился. Но так он глумиться уже не сможет, конечно, как раньше. Блокировка починена. Чего, с блокировкой лучше. У тебя 100% сзади? Пневмородная. Да, нормально получается. А Фоксы все 4 по кругу, да? А ты настраивал или как пришли? Да, 3 раза настраивал. 3 раза пере... Люди грибы собирают, вон. Да. Плохо, что тебя не было в Прилуках, конечно. Да. Ты бы там показал высший пилотаж. Сколько скорость? 70. 70 стандартная, осторожно. Да, вообще не пробивает ничего. Без проблем. Смотри, температура что там? Низкая. Нормально? Вот переезды. Круто, блин, вообще валит. Тормози, там деревья впереди. Смотри. Работало, да? Достало, да, отрабатывает четко. Блин, бомбезно, конечно. Блин, хочу Фокса. Коробочка работает тоже четко, я смотрю. Да. Зачет. Осторожно, поворот. Это мы к сцене идем, да? Да, вот так работает подвеска, когда правильные амортизаторы стоят. Больно. Дрифтить надо на заднем. Два и восемь турбо. Да, я думаю, сможешь ты показать в этом году хорошие результаты с этим. Осторожно, садись. А ну, посидел я или нет, посмотри. Немного. Да. Посидел. А бородач тут, бедный, ждал.
А в одиночестве практически. Да, сейчас покажу еще раз снаружи эту машину. Да, вот так она выглядит. А вот они и Фоксы.